Азербайджан имеет суверенное право проводить учения с Турцией на своих территориях. Стороны отрабатывают взаимодействие в случае провокации армянских воинских частей, заявил Вестиас политолог Ильгар Велизада. Дело в том, что Азербайджан и Турция проводят в Лачинском районе. Поскольку данный район является составной частью азербайджанских территорий, то проводимые здесь учения являются целиком и полностью суверенным правом Азербайджана. Это не должно беспокоить другие страны, заявил Велизада. Он особо отметил, что Баку и Анкара проводят учения не в ответ на учения российских миротворцев, а с целью отработки целого ряда действий по возможному проникновению на эту территорию различных бандитских называемых группировок или попыток спровоцировать ситуацию со стороны армянских отдельных военных частей. В этом смысле они оправданы и соответствуют складывающейся региональной обстановке, которая достаточно напряженная. Беспокойство Еревана понятно, потому что эти учения направлены на блокирование возможных действий именно со стороны Армении. В этом смысле Еревану есть о чем беспокоиться. Главной причиной для того, чтобы снять беспокойство со стороны Еревана, должно быть прекращение агрессивных действий в отношении Азербайджана. Если они будут прекращены, то и волноваться армянской стороне будет незачем, пояснил эксперт. Говоря о статусе российского миротворческого контингента, он указал, что переговоры по статусу затягиваются, в том числе по причине деструктивной позиции, занятой армянской стороной, которая пытается участвовать в переговорах и выторговать себе какие-то благоприятные условия. Для армянской стороны важно, чтобы российские миротворцы выполняли функции пограничников и отделяли армянское население горной части Карабаха селом остальной территории Азербайджана. Для Баку такая постановка вопроса участия армянской стороны в переговорах по статусу миротворцев неприемлема, и поэтому переговоры могут осложняться, сказал он. Велизада указал, что к недоумению азербайджанской стороны, к чисто миротворческой миссии контингента, связанной с обеспечением безопасности, добавляются другие функции, которые, скорее всего, также предлагается зафиксировать в этом статусе. Эти функции связаны с гуманитарными вопросами, осуществлением хозяйственной деятельности на территориях, временно подконтрольных российскому контингенту. Вот здесь есть определенные разногласия. Азербайджанская сторона предпочитает, чтобы миротворцы ограничивались собственным мандатом, который дает им право безопасность в регионе, а не наращивать его дополнительными функциями, сказал политолог. По его словам, Баку рассчитывает на то, что российские миротворцы будут занимать нейтральную и беспристрастную позицию, тем самым обеспечивая хороший фон для ведения последующих переговоров.